Они там что-то какие-то слишком жесткие. 15 уровень, капец. 4 уровня, друзья, я апнул за одну катку. Это просто жескач. Красотули, красотули. Так, дайте мне там аптеку. А, не надо мне. Босс, друзья, Кинг Харлд. Вот это он. Давайте, ребята, навались пушистики. Ой, надо было прыгнуть. Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Бамбуковый Медведь Капанда, и добро пожаловать ко мне в гости. Ребята, поздравляю всех с новым 2020 годом. Сегодня 1 января, обалдешечки. Ну, возможно, кто-то смотрит уже и позже у нас, да, ролик. Ребят, надеюсь, что все у вас замечательно. Желаем вам в новом году много счастья, здоровья, успехов, благополучия и, конечно же, удачи. Все у вас это исполнится, ребята, я вам обещаю. Единственное, конечно же, попрошу поставить лайк и подписаться на канал. Давайте, с вас подписка плюс лайкос, а с меня, ребята, душевные, сердечные для вас пожелания. Спасибо, ребята. Так, про что это мы тут? Конечно же, добро пожаловать опять ко мне в Roblox. И сегодня мы поиграем в Place Monster Battle. Битва монстров. Если честно, как обычно мне подписчики написали, поиграй. Я, оказывается, в него играл, я захожу, а у меня тот уровень-то уже 11, я в него играл. Я его вспомнил, я его давно снимал. Но он выглядит теперь вообще по-другому. Я его даже... Капец, тут вообще все попеределали. Плейс переделали, все попеределали, но суть осталась так же, ребята. А давайте сейчас будем все вспоминать, давайте также побегаем, поприкалываемся. Здесь много приколюшек, много наворотов. Самое главное, здесь есть мой бамбуковый двойник. Смотрите, скачет панда на единорожке. Уникорн, единорожка, здесь это можно все купить. Вот здесь есть косметический магазин, но это косметика, всякая за робоксы. Кстати, здесь, ребята, еще есть петы. У петов есть характеристики, а также они имеют еще различные штуки, приколюхи. Сейчас все покажу, все расскажу. Короче, есть квесты. Квесты выполняем, даются нам бонусы, даются итамы и так далее. Есть основные квесты, есть дайли квесты, есть ивенты, ивентов пока мест нету. Почему нет ивента на Новый год? Также есть магазин. В магазине пушки, ребята, продаются пушки. Капец, 32 тысячи, 60. Это попадание, это дамаг, это fire rate, но скорость перезарядки, скорость стрельбы. Смотрите, пушки. Там, где она самая последняя? За 1,5 миллиона. Вот такая вот снайпа. Обалдеть. Ну, какую-то наемку похожу, да? Круто, да? Ра-та-та-та-та-та-та-та называется, да? А точнее, это у нее описание, а так она Вио называется. Ласенатор какой-то, лазерная пушка вот такая. Также, ребята, петы. Петы можно тоже открывать. О, 5000 есть. Давайте пета откроем какой-нибудь. Давайте купим одно яйцо. Так, я могу что-нибудь? Так, open your inventory. Конечно. Все, у меня купился. У меня теперь в инвентаре где-то должно быть яйцо. Так, смотрите, ребята, U нажимаем, либо вот сюда вот жмяком. Также тут еще реберды есть, капец. Еще, ну, то же самое после реберда, друзья. 1x, ну, то есть на 10% все там больше будет валиться и так далее. Смотрите, сколько всего есть вкусняшек в инвентаре. Это просто жесть. Во-первых, друзья, вот профиль. Можно поставить ауру, можно поставить хвост, можно надеть шапку, можно одеть, это, грубо говоря, магия. Сейчас я все покажу. У каждой этой плюшки есть характеристики. Смотрите, плюс 29 дефенс, защита, плюс 9 critical шанс. Также есть здесь звездочки, есть рарность, тип снайпа и так далее. Например, смотрите, хексагон ставим вот сюда, у нас сразу же сила увеличилась, да? Потому что у нас там плюс, видите, характеристики, да? Например, вот есть у меня трейл. Ставим этот трейл. Трейл можно поставить? Трейл. Слишком маленький уровень у меня, да? 15 уровень требуется, понятно. Потом, например, на шапку можно поставить. Так, ну вот это, наверное, не знаю, здесь стрэнча побольше. Давайте вот эту шапку поставим, как ниндзя, да? Обалдешечки. Также, ребята, например, заходим. Здесь вот оружие. Смотрите, есть... ближнего боя, так, 120-126, оставляем вот это, есть, так, ствол, дамэдж 35, 100 у винтовки, здесь 85, наверное, вот эту винтовку давайте поставим, видите, пауэр тоже возрос, то есть все характеристики есть, рарность есть вещей, прикольно, очень прикольно, внизу еще есть статы, ребята, можно распределять статы, можно их скинуть там и так далее, уровень, экспа, это общая сила, это петы, вот у меня здесь яйцо, давайте его попробуем
Поставим deal damage, только... Короче, нужно дамаг понаносить, чтобы его здесь активировать. Смотрите, у петов тоже есть характеристики. То есть не просто их дамаг, у них и уровень есть. Например, смотрите, Healing Flower. Так, нажимаем, у него скилл есть. У пета скиллы. Heals player 6, короче, 6 хп в секунду лечит. Здесь деф. Деф нашего персонажа увеличивает на 10%. Капец, да прикольно же, прикольно. Также уровень качается у них. Ну, косметика, как я говорил, косметика мне как бы не особо важна. Короче, навороченный плейс. Я не знаю, почему у него не так много играет народу. Напишите в комментариях, ребята, кто уже играет. Фарм коинс, ну коины понятно какие-то. Это буст стон, можно... increase weapon boost point 10. Короче, тоже еще можно апать вещи. Есть у нас здесь кузнец. У кузнеца, смотрите, можно улучшать все это дело. Видите, вот эти boost stone требуются. Это просто жесть. Уровень, экстракт boost stone. А, то есть извлечь вот эти вот камни можно. Капец, короче, просто жесть. Наворотов куча много, ребята. Так, это четко клик, chest unlock. Так. Еще ежедневные награды не забываем забирать, конечно, 1500 упало монет, неплохо, на халяву неплохо, монетки мы срубили, каждый день заходим, забираем, также есть shell, ну, sell, точнее, можно продать все это дело, вот, например, у меня магия, да, так, я только теперь, смотрите, на троечку жмякую, куда, вот, чувак бегает, хопа, я могу его подхилять, видите, это то, что вот эта вот магия, Вот здесь шляпа. Вот, например, на вот такую можем поставить. Видите, поменялось уже. Там, даже у магии есть свои характеристики. Плюс 48 strange defense, плюс 22 критика. А здесь 29. Ну, чуть-чуть похуже. Капец, просто жесть, ребята. Так, а что, ну-ка, теперь троечка. Хопа. Так, это мы до сих пор, что ли, хиляем? Обалдеть. Нет, это до сих пор хилка, что ли. Обалдеть, очуметь, просто жескач. Ладно, давайте, ребята, забредим уже в катку. Как квест еще есть. Квест, так, убейте 6 зомби-монстров. Получите вот эти вкусняшки. Опыт там плюс монетки. Так, погнали, ребята. Вот у меня есть ствол. Стволом дамажим. Появляются монстры. Там еще... Воу, какой-то толстый парень. Парень толстый. Валим его, валим. Смотрите, у меня... заполняется яйцо, вот это вот, 2500 из 10000, скоро у нас вылупится новый пет какой-то, посмотрим, что за пет. Так, есть ближний бой, вот так вот можно ближним боем тыкать, нифига себе, что-то они тут это, сдачи-то дают неплохо. Так, волны здесь еще идут, это третья волна, что ли, да? Так, ну-ка, вот эту штуку им бросим. Что это я бросил, или это я подхилял? Что-то вот это я так еще не разобрался. Так, сейчас будем смотреть, ребята, откат 15 секунд, да? Блин, ребята, помогайте мне их дамажить. Что-то здесь какая-то жесть. 10 уровень. Так, смотрите, здесь уровень 50. Вау, еще какие-то в новые места можно будет забегать. Так, это не зомби, это пришельцы. Элиан. 10 уровень. Так, экспы маленько рубим мы. Ништяк, валим. О, в голову можно еще стрелять, нет? 30 каких-то найтмеров этих поубивать можно. Так, дайте мне попробовать подхиляться. Хоп, да, вот это хилка. А что это у меня там тогда-то? А, это типа след, видите, у меня подо мной этот появился. Все понятно, вон, видите, подо мной значок радиоактивной угрозы. Так, и он просто мне по ходу дела добавляет какие-то статы. Дамажим. Так, я почти яйцо открыл. Так, где у нас там товарищи? Дайте мне открыть яйцо, посмотреть. Так, все, ты открыл пета, и мне там какой-то хэч... О, ежик упал! Ежик, красавчик, смотрите, какой он. Ёж, так а подожди ты, дайте посмотреть ежа моего. Мне еще интересно зайти посмотреть, какие там статы у него. Так, четвертая волна уже открывается. Мы здесь с ребятами, с подписчиками, как обычно, пытаемся тащить. Эй, добрый вечер! С Новым годом вас! Один Готовченко, с Новым годом. Видите, мне нужно их 30 штук убить, и там будет какой-то квест. Так, зомбаки. Тут что-то вообще просто помесь. Зомбаки плюс какие-то монстры, плюс еще и... Оба-на. Какой-то квест выполнил, ребята. Плюс еще и чужие эти алианы, какие-то пришельцы. Это просто жесть. Зато весело. Так, смотрите, у кого-то пет. Что там за пет? Что за гусеницы-то? Ант. А, это муравей. У него муравейчик, да? Я так понял, пета можно поставить только одного. Так, а я могу сейчас хоть посмотреть, что у него там за статы? Так, чтобы меня только здесь не покусали. Петы. О, он двухзвездочный, смотрите. Тара-та-та-та. И что он делает? Increase player walking... А, короче, на 12% мы быстрее бегаем, да? Статы у него 4, 6, 6, 3. Ага, понятненько.
И уровень также, смотрите, мы ему сейчас будем поднимать. Ладно, будем бегать с этим ежом, короче. Потому что хилка у меня есть. Не знаю, может быть, цветок можно было поставить. Но у меня есть хилка, смотрите, троечку, хопа. И подлечили мы полтинничек. Неплохо, да? Ладно, валим их, ребята. Пока у нас есть возможность, нужно, конечно же, прокачиваться. Пишите в комментариях, играете в этот плейс, не играете, какой у вас уже уровень и так далее. Если будет интересно, будем вместе, присоединяйтесь, будем вместе здесь бегать, будем тащить, будем прикалываться и так далее. Так, здесь этих валим, ребят. Обалдешечки, так, а есть здесь какая-нибудь магия? Я уже не помню, ребят. Я играл так давно, наверное, где-то год назад. Так, еще мы... О, так я уже 6 тысяч нафармил. Обалдеть. Так, а сколько там пушка новая стоит, интересно. Надо будет еще глянуть, сколько новая пушка. Может быть, лучше на пушку новую нафармить. Петы, конечно, это прикольно, но мне кажется, здесь самое основное, это нужно будет ствол какой-то взять. Помощнее. Мощный был ствол. Пятая волна, 180 коинов мне еще дали. Тут чем прикольно, дается и за волны монетки, друзья, и за убийство мобов. И экспа дается, и монеты... Капец, вот этот жирный. Дофига у него хп. Валим. Так, а это я забежал, друзья, на волны. Давайте-ка ретурн ту лобби. Здесь еще наверху, вот смотрите, есть такая плюшка. Плей, я хотел сюда зайти. Так, обалдешечки. Так, это можно присоединиться, да? А можно еще создать комнату. Вот, точно. Так, смотрите, изи. А потом медиум, требуется уровень, автостарт, когда полный, публичная комната, да, это мы все ставим. Потом лес 30 уровня, Hunted Cemetery какой-то, охотничное угодье, наверное, 70 уровень, обалдешечки. Так, давайте попробуем на медиуме, вот здесь вот создадим, может кто-нибудь присоединиться. Так, также показана какая-то награда, которая нам может, легендарная, смотрите, легендарные вот эти штуки могут выпасть. Вообще 20 уровень требуется. О, да здесь все с 20-го. Тут все, что может упасть, ребята, все очень жестко. О, ко мне товарищ присоединился. У него пауэр 38 тысяч, да? Так, погодите, мы вот так вот сделаем. У меня 4 тысячи, но это общая сила. У него 38 тысяч. У него какие-то штуки там, приколюхи еще. Эй, он тиканул. Ладно, сейчас подождем, кто-нибудь еще к нам залетит. О, народ залетает. Смотрите, можно их всякие тоже посмотреть. Их характеристики там и так далее. Ладно, немного подождем. Фу, народ залетел. Какой-то народ... О, смотрите, мы куда-то уплываем. Traveling to Harold Castle. Короче, в Castle у Harold'а какого-то мы плывем, ребята. Там какие-то волны были, я туда забежал, да? А квест типа выпал. А, надо было, может, мне квест сдать-то, да? Офигеть. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Вау, мы куда-то, ребята, пришли. Так, а что все... Ну-ка, вставайте. Хорош лежать здесь. Погнали. Так, смотрите... Все их есть хп, это кто у нас в банде, да, мы вместе с толпой здесь бежим, обалдешечки. Вот это стандартный данж уже, похоже на стандартный данж квест, тот же рамбл квест и так далее, мобов. Наверное, вангу здесь в конце еще будет босецкий какой-нибудь. Капец, а хп-то у них много. О, я уровень поднял, 12 их уровень, это красота. Капец, нормально они здесь. И с них экспы побольше нет, вываливается. Блин, они дамажат тут сильнее. Дамажит здесь. Еще уровень? Вы что, прикалываетесь? А что так быстро уровень-то копится? Обалдеть. Я только одну комнату прошел, уже два уровня апнул. Красота! Мне это нравится, ребята. Погнали дальше. Надо будет здесь прокачаться вообще. На милый мой. Давай. Ежик, помогай. Ежик мне помогает, то что мы быстрее бегаем. Да, неплохо здесь фармить. Вообще весьма неплохо. Особенно в толпу залетай. Залетайте, ребята, будем вместе играть. У нас праздники, красота. Сегодня 1 января, ребята, 1 января. Рассказывайте, кто как отметил Новый год. Я просто шикардос, просто шикардосик. Так. О, еще меня хиляют. Дальше пробегаем. Еще у меня есть такая. Давайте я тоже кого надо подхиляю. Опа, подхиляли чувачка. Так, это уровень, да? 39 уровень у нас максимальный, кто с нами бегает. Неплохо нас сейчас тут прокачает, получается, да? Давайте дома... О, аптека. Я еще потихонечку квест выполняю. Мне нужно убить вот этих чуваков 30 раз. Офигеть, еще один уровень, уже 14-й. Красота. Вообще на изи фармится здесь.
Но Вангу, чем дальше, конечно, ребята, тем будет сложнее и сложнее. Я хочу накопить сейчас, сколько у меня, 8 тысяч. Глянуть, сколько стоит пушка новая, надо будет попрокачиваться еще. И посмотреть, что мы там можем купить. Пофармить денежку надо будет, да? Пофармим и что-нибудь... Ёжик! Здорово, дружище! Блин, а тут у нас спереди никак не посмотреть. Да, шифтлок активирован по умолчанию. Вот он, с лапками добавляет скорости. Так, а мы что-нибудь его прокачали? Нет уже? Так. Он у нас уже третьего уровня, ребята. Он, о-о-о-о, мне там пока смотрел, меня задамажили. Тихо. Подхиляться дайте. Подхилялись. Все, пошли дальше. Нифига себе, там лава, что ли? Туда можно упасть? Нет, туда упасть нельзя. Так, дамажим этих товарищей. Что-то их там слишком много. И они там что-то какие-то слишком жесткие. 15 уровень, капец. 4 уровня, друзья, я апнул за одну катку. Это просто жескач. Красотули, красотули. Так, дайте мне там аптеку. Ай, не надо мне. Босс, друзья, Кинг Харлд. Вот это он. Давайте, ребята, навались, пушистики. Ой, надо было прыгнуть. Красота. Вах, нифига себе. Нифига себе. Опа. Все, понял, не дурак. Дурак бы не понял. Еще куча себе кого-то там навызывал. Ништяк, мы выполнили квест, ребята. О, какие-то можно сундучки открыть, да? Какая-то шапка. Ага. Так, Hell Strange 23. Ага. А, это составляющая 0 из 2, что ли? 0 из 3. Это мне надо их собрать? Либо сколько у меня их влазит. Офигеть, ребята. О, есть, кстати, здесь Twitter. Можно посмотреть какие-то апдейты, коды. Может быть, там и кодики какие-нибудь есть, да? Так, сладненько. Смотрите, вот у нас квесты. Забираем квест. Ништяк. Здесь у меня пока есть... О, вот еще квест выполнили мы. Неплохо. Что-то мы повыполняли, да? 14 тысяч у меня. 14 тысяч, ребята. Так, может быть, мне что-то лишнее продать еще? Угу. Так, давайте... О, погодите, а это что такое? Что это такое было? Вот здесь еще какие-то есть. Так, return, sell, not item yet. Короче, какие-то шмотки еще можно петом, что ли, ставить? Офигеть, это вот петы, а это... Не знаю, обалдешечки. Так, а трейл я могу поставить? Хвост этот. 15 уровень. О, ништяк, еще плюс 900. Я что-то поставил, друзья. Виден, не виден. А, это типа можно поставить, чтобы видим он был или нет. Так, и что, где у меня хвост? Что-то я его не вижу. Так, ну-ка, забегаем. А, это шапку видно. Не... Это просто, что видно, не видно это все дело. Понятно. Ну, что-то у меня нету это трейл. Это может быть мы стреляем, когда так. Это не трейл. Трейл, это что такое? Это же типа... Не знаю, ребята. Напишите в комментариях, что это такое, что за шляпа. Но самое главное, weapon trail. Да, это от оружия, это след от оружия. Так, что мне там еще? Вот эта шапка, да, это не 0 из 3, это сколько их мне получается вмещается. Так, у меня какая шляпа сейчас? Давайте мы снимем. У меня вот это, да, 5. Они абсолютно одинаковые. Так, health. Так, мне бы Stranger побольше, да. Stranger, Defense, Critical Chance. Вот, давайте мы вот эту шапку, наверное, поставим. Она посильнее будет. А, мы можем просто вот так вот ставить. Так, 4900. 4500. А вот это у нас суммарно тоже 4900, да? Так, а вот это что такое? Health и Def. Это нам неинтересно. Def тоже. Вот это Strange, вот это к Strange. А вот еще ауры, ребята, есть. Вот еще есть ауры. Вот это что такое? Косметика. Это все для улучшения нам, да? Еще ауры у меня нету. Обалдешечки. Прикольно. Так, давайте забежим в магазин. Что-нибудь я могу вообще? Сколько стоит следующая пушка прицениться? Моя вообще. Вот это ружье, да? Вот это у меня тоже есть. Так, следующая стоит 32 тысячи. Офигеть. Вот такая вот штука. Но, в принципе, нафармить половину я практически нафармил, потом за 60. Вот такой какой-то будет ствол. За 120 вот такой. Обалдешечки. Ладно, ребята, надо будет фармить. Надо будет, конечно же, фармить, прикалываться.
здесь и качаться. Все, на этом видосик, ребята, я завершаю. Всех поздравляю с наступающим, точнее уже с наступившим Новым годом. Здоровья и удачи. Ну а с вами был Бамбуковым Витька Панда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.